Добрый день, дорогие зрители, это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю 12-ю часть моего прохождения игры Stronghold HD. Итак, в предыдущей части мы прошли миссию военной кампании под названием «Глаз змеи». И в этой миссии у нас были два задания, в принципе. Ну, в принципе, одно, но было, я бы сказал, еще одно. Мы защищались против атак кабана, и в то же время нам пришлось штурмовать новый замок змеи. Ну, по правде говоря, там ничего особенного и не было. Но сам факт такой, что нам надо было атаковать змею и убить его. И это нам удалось. Правда, ну, места для замков были довольно-таки убогие, должен признать. И очень странные там стены надо было строить, но черт с ним. И теперь у нас остались только два врага. И это кабан и волк. И теперь мы начинаем действовать против кабана. И первое задание в этой, скажем, новой кампании. Первое задание называется «Горными тропами». Так что отправляемся в эту миссию. И вот кабан обращается к населению только что захваченного им графства. Эти земли теперь мои, и вы будете делать то, что я захочу. А начнем мы с налогов. Красавчик. Мы вместе с королем сегодня же отплываем и рассчитываем вскоре вернуться домой. Ваши непрерывные атаки служат неплохим отвлекающим фактором. Мы же постараемся прибыть вам на помощь как можно скорее. Спасибо, сэр Лонгарм. Волк следует за вами по пятам, и вы решаете разъединить ваших врагов, заняв одно из кабаний графств. Кабан известен тем, что привык задействовать многочисленные войска и не терпит поражений. Вас явно превосходят в силе, поэтому вам остается лишь умело использовать рельеф местности. Разведчики докладывают, что чуть дальше в горном ущелье расположен форт. Если вам удастся закрепиться там с гарнизоном, кабану, возможно, придется брать форт штурмом. Наши таинственные друзья прислали новые чертежи, на этот раз мощной башенной баллисты. Против осадных орудий кабана она будет незаменима. Хорошо. Поехали. Наш золотой запас стабилен. Так. Ущелье, говоришь, да? Так, припоминаю я эту миссию, припоминаю. Ага, вот и первое место. Так, нужно быстро наладить производство. Что мы можем сделать здесь? К черту мне копейщик. Идем, ваши приказы. Не хватает оружия, сэр. Какие будут указания? Так, лучники. Первым делом надо сосредоточить все, что есть на передних воротах. Отступать всегда можно, но... Ждем вот, ваших приказов. Отдавать передние укрепления просто так... Долгая это, дорога. Не... Да? Никакая стратегия, скажем так. Долгая дорога. Так. Очень странно построенная стена. С дырками какими-то странными еще. Всякими такими... делами. Послание от кабана. Хе-хе-хе. Я пришел убить тебя. Да ты чё? Что? Я думал, будем в футбол играть или еще что-то. Что? Столько идти? Давай, двигай. Так. Мастерские стрельника. Где у меня тут оружейная? Тут же. Ладно. Здесь нет работы, милорд. Здесь нет работы, милорд. Так. Бригадир. Зачем мне они нужны вообще? Здесь у нас булавы, здесь у нас луки. Там у нас луки. Так, здесь пусть будут арбалеты. Нас атакуют войска кабана! Так. Так, где?
и сколько? О, черт. Так, посмотрим, сколько... О, мать моя женщина. Так, где, кстати, у меня камень где-то добывается? Здесь у нас железо. А камень где? Не говорите, что у меня нет каменного карьера здесь нигде. Да, на волчьих ямах он теряет несколько. Практически таран разрушает нашего рока! Да, но у него уже сейчас не останется осадки. Ладно, может, я переоценил немного ситуацию. Недооценил, точнее. О, черт. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Да! Мы пехота! Мы идем! Чего изволь? Они даже не поймут, что это не было! Не покойники! Цыплячий корм! Дайте им, парни! Так. Враги не выдержали нашего натиска! Шевелитесь, собаки! Так, ладно. Очень слабое начало. Должен признать. Где здесь... Неужто я слепой? Попросту не вижу. Неужто я попросту слепой? О, ФПС тоже мог бы мне помочь немного и не глючить так в этот момент. Точно надо будет попробовать новую программу какую-то для записи. Да. Ладно, вас понял. Воспользуемся другой тактикой. Здесь у меня рынок. Где у меня тут дерево добывается? Поставим пару лесопилок здесь. Потом несколько здесь. Так, мельница тоже. Поставим где-то сюда. Нет свободных людей для этой работы. Сейчас все будет. Оружейная полна, милорд. Да, потому что ее заполнили. Не хватает товаров. Мне не нужны копии. Вот пехотинцы мне понадобятся. Это я, в этом я уверен. Ну вот. Остальное мне не очень-то нужно. Так, нет, не то. Где у меня вот это место? Так, барбакан. Малый каменный барбакан. Строим. Каменная стена. Так. Милорд, мы уже в пути. Черт, они перебили почти всех моих... Это будет вообще. Внимание! Прыгай! Так, арбалетчики. Мы выдвигаемся. Вперед, вперед. Ждем ваших приказов. Рекрутов, какие будут указания? Ждем ваших приказов. Это долгая хорошо. Дорога. В принципе, мне нужно сейчас
наспамить дерево, чтобы я смог ставить множество ловушек. То бишь, вот это, волчьи ямы. И, конечно, производство оружия тоже. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Долгая дорога. Ничего, побегайте. Да. Ну вот кто это придумал? Вот где логика вот с вот таким решением? Можете рассчитывать на нас. Я сейчас заметил, блин. Так, эх, вот. Далеко идти. Вы-то успокойтесь, вы, ё-моё. Барышни. Разведчики докладывают, что к нам движется армия кабана. Мы выдвигаемся. Ладно. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов. Лучники готовы. Всех лучников додвинуть до передней. Долгая дорога. Так, арбалетчики уже прибывают. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Уже еще одного. Мой лук к вашим услугам. Так, сюда. Быстро. Долгая дорога. Да, не знаю, хватит ли этого всего, чтобы... Нас атакуют войска кабана! Защититься. Милорд? Здесь 9. Какие? Здесь еще 11, 20, значит. Еще подкрепления идут с замка, но... Внимание! Будет туго. Чуя, что мы выдвигаемся. Главное вот этих козлов перестрелять, инженеров. Очень хорошо, они даже не начали еще строить свои тараны. Провизии осталось мало, повелитель. Так, да, провизии осталось мало, потому что чертовы... Те, кто придумали эту миссию, они придурки еще те. Так. Ладно, сделаем так. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нет свободных людей для этой работы. Провизии почти не осталось, милорд. Так, и ставим новый амбар. Это нельзя здесь разместить, милорд. Уже игра. Не надо со мной так. Мясо, чтобы было. Что у нас происходит здесь? Да. Ждем ваших приказов. Так, уходите оттуда. Все идут на одну и ту же турель. Провизии осталось мало, повелитель. Здесь еще есть козлы. Да? Так. Вам понадобилась сила? Что? Они даже не поймут, что они это покойники. Цыплячий кор! Давай, давай! Да, босс! Дайте им, парни! Мы идем! Да? Они даже не поймут, что это было! Они покойники! Противник пал! Мы пехота! Отлично.
сколько у нас дерева? Почти 200 единиц дерева. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Запасы провизии так, пополняются. Лучники готовы. Теперь у нас уже прибывает хлеб. Долгая дорога. Так, ремонт этой башни. Эту башенку можем сносить. Она бесполезна. Так. Просто все это надо переделать. Вот я не понимаю, что это вообще такое. Так. Значит, вот так. Очень простое решение. Делаем так. Затем, так как у нас сейчас уйма дерева. Это нельзя здесь разместить, железо. Милорд. Железный рудник нужно строить. Нет свободных людей для этой работы. Я знаю, где надо строить железные рудники. Не надо меня тут, то это. Так, нужно больше еды. Так. Мельница у нас уже работает вовсю. Теперь только осталось производство хлеба наладить. Не хватает рекрутов, сэр. Давайте, людишки, прибывайте. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Я знаю. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Так, люди так восхищаются вами, сэр. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Внимание! Здесь, я думаю, можем продать пару булав. Так, для того, чтобы закупить немного камня. Не хватает золота. Так. Да, действительно, здесь на высоте можно поставить квадратную башню. Я против этого ничего не имею. Но... Разведчики докладывают, что к нам движется армия кабана. По-моему, вот для этой первой атаки я еще эту башню не смогу. Этой башней не смогу воспользоваться. Мой лук, хотя нет, вашим придется, услугам. Попросту придется это сделать. Милорд? Шагом марш! Иначе они мне со своими этими таранами попросту вынесут всю стенку. Так, где у меня тут еще есть резерв? Встать в строй! Мы выдвигаемся! Черт, это уже будет поздно. Ждем ваших приказов! Какие будут указания? Нас атакуют войска кабана! Так. Идем на отчаянный шаг. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нужно дерево. Ничего себе, читера. Так, и, кстати, у меня нет ни одной гильдии инженеров, мне кажется. Да, ваша милость. Чем мы можем помочь? Подбираем обслугу. Так, неужто вы вынесли уже таран? Это было бы вообще очень круто. Так. Еще пару волчьих ям. Провизии осталось мало, повелитель. Еще сейчас у нас провизия пойдет наверх. Зерна мы наконец дождались. Теперь можно и... Ждем ваших приказов. Провизии почти не осталось, милорд. Долгая сейчас дорога. Надо дождаться, пока хлеб пойдет. Я думаю, что это недолго. Кстати, одну пивоварню поставлю. Так, чтобы
Трактир действует. Внимание! Внимание! Мы выдвигаемся. Так, что у нас здесь? Выглядит все вполне прилично еще. Ваша популярность падает. Да ладно, еды нету. И есть еще что-то. Так, ладно. Вас понял. Закупил небольшой резерв. Провизии осталось мало, повелитель. Вот так бывает, когда компьютер думает, что он первый может наладить систему продовольствия. Ну, там ясно, что он все это испоганит. Все это дело. Провизии почти не осталось, милорд. Ладно, надо потратить это все на еду тогда. Ждем ваших приказов. Да? Так что у нас там внизу происходит? Долгая дорога. А это уже большая волна. Да, отбили эту атаку. И сколько у нас еще осталось до последней битвы? Это мне не нравится. Последняя битва уже очень-очень скоро. Замок крепко держался. Это я первый раз слышу. Внимание! Вперед. Мы выдвигаемся. Провизии осталось мало, повелитель. Главное, что у меня подкрепление все время прибывает еще, поэтому... Я думаю, что сейчас уже все для меня хорошо выглядит. Поставим мельницу. Сколько у нас остается? Два. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Ладно. Долгая дорога. Ничего, бегом. Не хватает товаров. Внимание! Сэр! Мы выдвигаемся. Что у нас с деревом? С деревом. Ваша популярность растет. Да вы чё? Теперь, когда наконец-то пошло производство хлеба, теперь уже все в порядке. Люди любят вас, мой лорд. Люди любят вас, мой лорд. Провизии почти не осталось, милорд. Держимся на волоске, как говорится, в плане еды. Послание от кабана. Ты корм для свиней. И мои воины переломают тебе все кости. Так, ладно. Денег мы набрали достаточно. Запасы провизии пополняют. Казну поступает золото, сэр. Продать железо. О, кстати, довольно-таки много железа можем продать. Даже так. Можно позволить поставить еще одну хижину, чтобы было больше рекрутов. Не хватает рекрутов, сэр. Пожар. Мой лук к вашим услугам. Нас атакуют войска кабана! Вот и последняя битва. Вот это армия. Это не прям армия. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ловушки везде понаставить.
Таран ничего им не дал. У меня еще есть какие-то подкрепления, которые могут быть. Ждем ваших приказов. Есть. Милорд. Еще 5 лучников. Вперед. Долгая дорога. Да уж, волна за волной здесь уже идет. Это нельзя здесь разместить, милорд. Да, баллисты здесь не в пример хуже стреляют, если сравнить с Крусейдером. В Крусейдере-то они хоть в кого-то попадали, а здесь они влажат во всю. Какие будут указания? Да, хорошо. С последней атакой мы тоже все-таки смогли разобраться, и я думаю, что здесь у нас будет все в порядке. Я думаю, ловушки здесь тоже неплохо помогли все-таки. Баллисты даже... Ну ладно, они наверняка в кого-то попадают, и они когда попадают, я думаю, они наносят бешеный урон. Но... особенного эффекта... не вижу. Не вижу я. Враги не выдержали нашего натиска! Успел этот последний инженер убежать. Что ж, это победа. Это, в конце концов, победа. Послание от кабана. Ты помешал мне? Ты заплатишь за это? Заплатишь. Ага, хорошо. Да, победа. Победа! И потерял только 15% войск. Неплохо. Вы в тупике. Атака кабана отбита, и его графство захвачено. Но волк по-прежнему наступает вам на пятки и занял графство, ранее принадлежавшее змее. Вообще-то это не называется тупиком. Нам надо пробиться тогда сквозь это графство кабана, и тогда мы опять будем в дружественной территории. Косяк в том, что мы позволили кабану пройти сзади и атаковать наши, скажем так, наше начальное графство, и он там сейчас просто берет одну территорию за другой. Поэтому я считаю, что, ну да, такая погоня — это вообще бездарный маневр, и, ну, что поделать, я не выбирал путь, по которому нам надо идти, поэтому... Надо играть с тем, что есть. Надо играть с тем, что есть. Но на сегодня, я думаю, это была удачная миссия. И в следующий раз тогда посмотрим, как мы будем выбираться из этого тупика. Но на сегодня это будет все. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, тогда подпишитесь на мой канал. Если вы поставите лайк или напишите коммент, это будет очень-очень полезно. И не забудьте, что у канала есть свои странички в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте. Ссылку на них можно найти в описании этого видео.
Так же, как и ссылку на мой Twitch-канал. Я провожу на нем стримы по рабочим дням, по вечерам, по большей части. Если вас интересует что-то больше, тогда в самом описании канала будет расписание. Или вы можете просто следовать за мной в Твиттере. Там я буду постить каждый раз, когда буду начинать стримы. И да, на этом тогда будет все. Спасибо вам за то, что смотрели. И увидимся в следующий раз.